«Осень в городе. Яркая, запоминающаяся и удобная». Эти слова абсолютно точно описывают коллекцию платьев от российского дизайнера Ольги Гринюк. Стильные, необычные, удивительно цельные. Модные наряды этого сезона хочется примерять снова и снова. Дизайнер смогла угодить всем – и элегантным леди, и юным девушкам, и милым бунтаркам. Главные цвета модной осени 2016 – все оттенки осенней листвы. Желтый, красный, коричневый и новинка сезона – приглушенный синий. Выбираем модный образ. Джинсовая одежда просто обречена на то, чтобы из года в год, из сезона в сезон, всегда и во все времена ситуации возрастов быть невероятно востребованной. Для молодых девушек стилисты рекомендуют модели джинсовых платьев, как сарафаны, так и платья потеплее, например, на раннюю весну или глубокую осень. Они прекрасно подойдут совершенно всем девушкам, а все потому, что обладают свободным кроем и замечательно сочетаются с другими атрибутами одежды. Ольга Гринюк предлагает модницам модель длиной миди, с юбкой-колокол и элегантным поясом, который подчеркивает осиную талию обладательницы наряда. В новых осенних коллекциях отдельное место занимают строгие воротнички и скрытые пуговицы. Такая строгая нотка открывает двери в мир офисного стиля и строгих канонов. В общем, носить такое платье можно как на работу, так и в кино. Еще одна модель для теплых осенних деньков – коктейльное платье с оригинальным узором. Гобеленовая вышивка на плотной ткани – уникальный штрих в осенних нарядах дизайнера. Крой отлично подчеркивает талию, плечи и бедра. По желанию к такому платью можно примерить плотные колготы и ботильоны. Образ прекрасно подходит как для встреч, так и для шумных вечеринок. Найти его и не только вы можете в бутике авторских платьев Ольги Гринюк в торговом центре «Проспект» на первом этаже.